Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Звук М в имени воспринимается окружающими положительно. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Звук К в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Буква К в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Страсть к путешествиям и переменам мест сохраняется у них с детства и до глубокой старости. Они продолжают интересоваться дальними странами, географическими открытиями. Звук Б в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук Б в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Буква У говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Звук У дает человеку активное воображение. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Обладатели этого имени всегда беспокоятся о будущем и отличаются достаточной практичностью. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Склонность к меланхолии, замкнутости, депрессии, трудности выражения собственных чувств, одиночество, изолированность от общества – характерные признаки этого человека. У обладателя согласно L в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Люди с буквой М стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Гласная буква У вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.